Мешает реклама, жми на крестик. Доброго дня, ночи или что там у вас за окном, дорогие подписчики, друзья и гости этого канала. И сейчас мы приступим к войне гильдии, продолжим недельку. Так, против кого мы сегодня вообще там воюем? Секундочку, подготовимся. Ничего интересного, спасибо. Так, и Lost Legends. Ничего себе, последний легион. Вот это да. И, ну так как победа, можно мочить кого хочу. Ну, это второй деф, так скажем, рандомен. Первый очень легкий. Валька так и просится. О, вот этот деф поинтереснее, так скажем, будет. Сюда напрашивается рама, а сюда... О, вот этот деф потяжелее будет. Ну, наверное, с него и начнем. Так как есть это Брэди, блин, она может третьим скиллом очень жестко ударить. Тем более, если раскол, так еще и доты. Посмотрим, думаю, сюда мы возьмем Хлойку, Мишку, который должен будет и убивать, в принципе. Так, и кого мы еще возьмем? Нужен ли нам здесь Тесарион? В принципе, нет. В принципе, нет. Будем без лидерки. Я так понимаю, да. Будем без лидерки. Подхил есть, иммунка есть. Так, а вот вторую пати, вот это уже будет посложнее. Здесь можно взять, в принципе, стан нам не помешает. Можно сделать так и, допустим, взять белку. Будет стан, будет снятие дебафов, хотя дебафов здесь нет, кроме как станов. Блин, Тайрон у меня раздет, вот это плохо. Кстати, как говорится, впервые на про-сцене у нас появится Верат. Ну, не впервые, но просто очень редко я его использую. Да, почему бы нет, попробуем заюзать Верада. Не часто он у меня в пуле встречается. Ненавижу я эту пятерку, господи, долбанную. Ну, слава богу, у меня ничего попался. Чего я еще меньше не люблю. Так, секундочку, я повыключаю всякое барахло у себя на компьютере. Так, и. Что у нас по раскладу? Нет, смысла. Вот, сейчас скажу. Если я кину сейчас фанатик, после моей Хлои походит ведро. Следовательно, он откатит себе уход. И от того, что я кинул фанатик, ну, не холодно, не жарко не будет, так как никто из них не проатачит. А мы сделаем что? То есть, просто ударим. Да, сейчас походит ведро. И мне еще и Хлоя быстрее походит, чем все остальные. Вот, вы увидите. Вот, а теперь можно кинуть. Так скажем, некий бонус. Немножко хп снесли. Оу. Виолент. Чаще в Деспайр одет, но так, как есть. Хотя Зайреса в разные сеты можно одеть, и в принципе во всех он сможет рулить. Даже в Рейджи. Рейджи сети я увидел. Неплохо он сносит. Так, в принципе, третий скилл он свой потратил, это самое главное. Вот, щит это плохо. Блин, не пробивается. Так, подхил нам не нужен еще. И... Ну уже Зайрос. Вот это плохо. Так, что-то очень слабо. 3000. Все равно еще не хватит добить его. Оп, а вот это плохо. Агар сработал. Так. Нужен ли нам сейчас будет? Нет, фанатик, по-моему, нам еще не нужен. Да. Хорошо, что я его не юзал. И я думаю, добьем Брэдди. До свидания, Брэдди. Вообще полный бред. Так, и будем добивать, естественно, нашего. Кто это у нас? Ритеш, по-моему, путаю их немножко. Чандру, Ритеш, а кто там еще у нас? Так. Блин, Виолент у него, конечно, прокает неплохо. Но ему это, естественно, не поможет. Сейчас уже, в принципе, Рама будет готов заканчивать с этим другом волосатым. Хотя, в принципе, они отчасти где-то собратья, сестры, хотя нет, это все-таки больше на льва какого-то похож. Да, такое что-то. Шаман-лев. Ладно, полный бред несу. И кого мы будем убивать первого?
Я думаю, Раки больше шансов убить, чем нашего Тесса. Теомарса, точнее. Да, хотя бы Раки убили. Откатим им Атагвара. Отличный еще и стан. Вот, пей Верада, хоть где-то он пригодился. Пускай Верада бьет. Ну же, снимаем ему баф. Нет, не повезло. Стан? Нет, не стан. Ой, вы видели этот урон? 5000. Это печально на самом деле. Так, и добиваем. Ого, вы видели, аж 2800 ударил и на 7000 в раскол. Говно Верат. Ненавижу этого персонажа. Это ужас какой-то лесной. Знал бы, я бы его и на 6 звезд не прокачивал, а оставил бы так вот, гнить. Его вроде бы и чуть-чуть апнули, там скилл немножко понизили, откат сделали, то есть там все такое, бла-бла. Все равно мне не нравится. Я бы дал бы его и хелку воды за дракона ветра, Джамира, да. Так. Еще бы, наверное, сверху навалял бы бонусов и плюсов. Так, так, так. Пати быстро, следовательно, сможет нанести немало урона. Так, так, так. И мы возьмем... Так, первая пати, я думаю, мы будем через Часун, либо... Часун. Нет, я думаю, Меган. Есть шанс, что моя Меган будет быстрее, чем его белка. Следовательно, она даст ход. И походит моя Валька быстрее, чем вот эта сволота сможет снять с кого-то дебаф. Надеюсь, с кого-то, а не с Катаринки. Так, а здесь мы сыграем, ну, в принципе, наверное, по стандарту. Хотя здесь можно взять... Для скорости и для разнообразия, почему бы нет. Возьмем так, возьмем Баретку. Тем более Баретка у меня чуть-чуть апнулся по рунам. Чуть-чуть буквально там кое-что проточил, что-то поменял, что-то улучшил. Так, моя Меган, ну, в теории быстрее будет. А как на деле? Плохо, что стан не потратил. Это плохо. Так, ну сейчас идеально будет убить белку и дать тычку Верамоса. Но нет, мы дадим 3 тычки и всем по чуть-чуть. Нет? Ну ладно, хотя бы так. На тебе контратаку. Так, будем добивать белку. Белка, бей кого-то другого, не знаю. Кого угодно выбери, но не Вальку. Хотя в любом случае... Камила не будет атаковать Вальку даже в раскол. О, в принципе, хороший выбор. Ну, сейчас дождемся фанатика и будем добивать Камилку. О, 10 тысяч. Неплохо. Ну, хотя это было в раскол. Но все же неплохо. Ну, одобряю такую Камилу. Я так понимаю, она, скорее всего, без Виолента. Наверное, 3 сета Энерджи. Добиваем. Да, Одессу немножко засыпают, кстати, сегодня. Отпустили даже раньше с работы. Снега навалило, конечно, меньше, чем в прошлом году, но все же есть немножко. Отсыпало. Как косик прямо снега сыпет. Так, кого мы будем тут убивать? Ладно, не будем тратить турбулентность. Станчик, неплохо. Так, наверное, мы будем первого убивать... Сейчас посмотрим, насколько вот эта махина ударит. Лагмах. Нам бы до Бернарда снести первого. В идеале. О, и сейчас, наверное, мы добьем его. До свидания, Бернард. Увидим. Нет, не до свидания. Он с нами еще... Давай, походи, Бернард. Отлично. Бернард. Бернарды походил. Ой, Виолент. Это... Ой-ой-ой, был Феникс. Надо было потратить. Так на каждом сервере или только на глобале? Так, станчик. Оп-оп, это было больно. И два раза мы, я так понимаю, не успеем походить. Лучше сохранить раму, а то сейчас всякие эти проки. Ну же, отлично, сливаем атак. Я думаю, лагму бы добьем и так. А вот третий скилл потратим уже на нашу часунку, которая там молится, немножко стесняется, как Элвис. Ой, не как Элвис. Так, так, так.
Надеюсь, не походит она, надеюсь. Нет, отлично. А то этот проквил из стана, он как будто в два раза чаще срабатывает, когда персонаж стоит в стане. Так, так, так. И кого мы будем тут еще бить? Будем ли мы бить Крэнни? Почему его даже никто не трогал? А, ну, в принципе, деф такой не слабенький. Попробуем. Ну, давайте. Две победы есть, можно и немножко побаловаться. Так, я думаю, здесь можно протачить также. Единственное, что это... Хотя, вот что будет лучше, интересно. Деф. Возможность. Так, котяра, тихонько веди себя. А здесь вот второй все-таки бой. Меня больше, наверное, интересует. Что ж мы будем здесь делать? Нужен ли нам Веромос? Нет, Веромос нам не нужен будет, так как двое будут его пинать, и они очень быстро его запинают. Угу. Так, это точно отпадает персонажик. Угу. Как вариант взять, почему бы и нет. Даст больше пожить. Да. А вот дальше что мы сделаем? Возможно, сыграем вот так. Точность есть, следовательно, я думаю, у нас точности, у белки точно 100% точности будет. Давайте так, хотя второй пати, честно, меня очень смущает, очень. Скиллы здесь не проточены, руны такие себе. Ладно, поехали. Даже если в ничью выйду, мне этого будет достаточно. Как минимум попинать, а то он самый такой свеженький, свеженькой. Никто его не потрогал даже, не потискал. Ну, стан, сволота. Походили первыми скиллами. Так, ну, лучшим вариантом будет убить, конечно же, часунку и тычечку дать. Ну, в любого. Ну, часунка давай. Часунка и еще. И еще в часунку. Ого, вы видите, очень толстый там Марс, больше 22 тысяч хп. Неплохо. Неплохо. Ой, хорошо, хотя бы в Хлою. Еще и вторым скиллом, вообще чудненько. Так. Морса не будем ходить, так как Валька его и добьет, надеюсь. Да, добьет. Валька Тимофеевна походила. Ну, 12 тысяч. Нет, 10. Так, так, так. И добиваем. Так, ну, ничья уже, в принципе, обеспечена и 100%. Так, а что у нас здесь? Что у нас здесь? Нужен ли нам здесь... Я так понимаю, у него, ну, простая стратегия, да, белка должна быть чуть-чуть быстрее, чем Эшир, что в дефе, что в атаке. Попробуем заслипать. Не заслипали. И будем, я думаю, первую белку сносить, так как мне почему-то кажется, белка здесь самая тонкая должна быть. Так, повесили раскол. Ох, а вот это плохо. Очень плохо на самом деле. Так, кинем щит. Надеюсь, его не пробьют. Мне так кажется, его не пробьют. Чтобы не тратить просто. Так, так. А вот сейчас, наверное, пробьют. Ого, больно ударил. Даже очень. Ну, слип. Хотя нам слип и не особо нужен. Так, плохая система. Эшира все бьют. Все бьют Эшира. Так понимаю, у него Эширчик тоже не самый слабенький. Ну же. Так, ну и давай. Давай, Эшир, походи, сделай нам праздник. Не походит наш Эшир. Нет, ну, тварь, ну, очень оказалась медленная пати. Ну, хотя бы крит дал бы. Да, здесь, конечно, 100% проиграли, вы видели. Эшир у меня сразу зафокусили. Возможно, до щита доживем, но нет. Да, не будем тянуть. Нет смысла. Ну, в принципе, как-то так. Надрали немножко задницу, ну, хотя бы ничего вышли. Так, что мы сегодня купим? Ничего не купим, нет. Мелочи нету. Не осталось. И куда мы еще сходим? Да, кстати, сходим на босса мирового. Здесь мы не сможем получить. Сходим на босса. Еще не ходила сегодня на босса, поэтому... Попробуем, кстати, мне один из подписчиков посоветовал, ну сейчас, в принципе,
расскажу все. Посоветовал сделать некий такой вот, не то чтобы гайд, а проверку, стоит ли ходить на мирового босса там каким-то определенным классом монстров, типа там ветер, либо вода, либо огонь и так далее и тому подобное. Так как мы знаем, что он состоит, ну вы видите, если по боссу самому посмотреть, то он на процентов 70, наверное, состоит из воды, и вот его лапа, эта левая получается, состоит из огня. Но если это так чисто по картинке судить, а на самом деле он как бы типа наполовину огненный, наполовину водяной. То есть смысл, то есть вывод со всего можно сделать, что типа как бы в теории лучшим вариантом Кеви убить будет это 20 мобов водяных. Вода по воде бьет 100%, по огню она бьет с дополнительным бонусом. То есть ветер в этой ситуации будет немножко проигрывать. Хотя многие скажут, можно набрать 20 ветреных, и они все будут очень по водной стихии очень больно бить. Но все-таки, если высчитать средний показатель, класс B+, всегда А минус был, тут B+. Обычно у меня, я так как я руны проточил, уже 1 300 000, а сейчас почему-то на 70 тысяч меньше. Ладно, сходим еще раз. Вот, но мне не получится сделать этот тест, разве что по 10 монстров там каких-то выбрать. Но вы же понимаете, тест такой нужно делать, наверное, чуть бы не месяц там с чем-то, чтобы все это провернуть и действительно сделать правильный выбор. То есть у меня в любом случае не хватает ни мобов, ни рун. В дальнейшем, возможно, я как-то сделаю этот тест, проведу, то есть и будет наглядно понятно, кем лучше фармить этого босса, чтобы нанести больше урона. Но я все-таки ближе к той теории, что его нужно фармить максимально таким вводным составом, назовем так. А в принципе, ну, хорошо, когда у вас хотя бы на одну пачку собирается мобов там убить. У некоторых там 3, они там выбивают за день по 4,5, по 5 миллионов. Это, конечно, классно. Но я столько не бью, я с двух заходов выбиваю 1 700 000, около того. Там плюс-минус 50-60 тысяч, это уже такое мелочи. Ну да, в принципе, вторая F-ка. Нужно кого-то в руны одеть, чтобы выбивать хотя бы там 600 тысяч, по-моему, там. А там уже есть шанс получить какой-то там, не знаю, свиточек. Да, поэтому вот такие вот дела. Кстати, напоминаю вам, подписчики дорогие и зрители этого канала, что если вы хотите там, так скажем, оставить для себя некую память, ссылочку как минимум, видео, как я вам открываю свитки, все остальное, если у вас есть такое желание, отпишите мне в личку, всегда договоримся, поможем. Это бесплатно, вы не думайте, слово договоримся здесь не в деньгах дело, а только во времени. То есть нужно договориться о том, когда, на какое число и вообще не занят ли я в этот день, не работаю ли. Вот. А так, в принципе, это и все на сегодняшний день. Кстати, добавляйтесь в группу, которая у меня находится всегда в описании видео. Там вам помогут, ответят. Эта группа активно развивается. Она посвящена игре, естественно, и всему, что с ней связано. Поэтому всем удачи, всех, кстати, с праздниками, Новым годом и еще раз и с грядущими праздниками. Всем удачи, побед на ГВ, на арене, везде. Пока.